22 декабря в России и некоторых странах СНГ отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, который охватывает выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. День энергетика – это праздник в честь людей, чьим трудом создаются такие необходимые для нас блага – тепло и свет. В Севастополе есть компания, главная миссия которой – наполнять дома горожан светом – «Севэнергосбыт». Он обеспечивает электричеством буквально каждый дом и каждое предприятие Севастополя. В 2021 году предприятие отметило свое первое пятилетие. Образовано 13 апреля 2016 года, а с 1 января 2017 получило статус гарантирующего поставщика электроэнергии. Сегодня «Севэнергосбыт» – это головной офис на улице Рыбаков, 7, и 4 центра обслуживания клиентов по всему городу. Самый крупный по работе с бытовым потребителями находится на проспекте Генерала Острякова, 136. Столом номер 72, окно номер 1. С работой специалистов «Севэнергосбыт» знаком едва ли не каждый севастополец. Его сотрудники осуществляют сложный и многоплановый процесс покупки электроэнергии на оптовом рынке. Ее поставки проверяют работу электросчетчиков, доводят до каждого потребителя платежные документы. Сегодня в «Севэнергосбыт» работает 300 человек. Зона охвата предприятия – вся территория города Севастополя. Клиентская база – свыше 8 тысяч юридических и более 200 тысяч бытовых потребителей. Непосредственно с ними работает Людмила Анисимова, оператор расчетов профильного отдела. В «Севэнергосбыт» девушка трудится уже более 4 лет. Отвечает за заключение договоров с потребителями, заполнение личных кабинетов, переоформление лицевых счетов. Передовик труда и лидер по качеству обслуживания. За время работы заключила более 4000 договоров энергоснабжения. И только за этот год у Людмилы Анисимовой более 20 благодарственных отзывов. Приз потребительских симпатий уходит ей. Работа с потребителями и вообще в целом с людьми – это, конечно, сложно. Но я стараюсь находить общий язык с каждым абонентом. Они, конечно, приходят с разным настроением. В первую очередь, всегда нужно быть тактичным, вежливым, доброжелательным. Это залог успеха в общении с любым человеком. Коммуникабельная, эрудированная, работоспособная и целеустремленная. Все это про оператора клиентского офиса Светлану Мостову. В «Севэнергосбыт» она тоже больше 4 лет. Поначалу трудилась в колл-центре. Теперь совершенствует свой профессионализм и овладевает новыми знаниями, работая с юридическими лицами. Консультирует абонентов, принимает и выдает документы, готовит запросы и ответы заявителям, вносит свой индивидуальный вклад в рабочий процесс. Что у вас за объект энергоснабжения? Земельный участок. Как объяснить человеку то, что ты знаешь законным языком, на обычном языке? Вот поэтому я научилась объяснять. Потому что вопросов очень много, и вопросы об электроэнергетике, сфера очень непростая. Как объяснить человеку, что ему нужно сделать и почему это ему нужно сделать? Не потому что мы так решили, кто-то это сказал, а потому что это требование законодательства Российской Федерации. Предприимчивый, умеет оперативно принимать решения для достижения поставленной цели. Так отзывается руководство компании о Семене Кострице. На предприятиях топливно-энергетического комплекса трудится уже более 12 лет. В «Севэнергосбыт» с начала 2019 года прошел путь от техника до инспектора первой категории. Смотрим замеры. Косинусы пофазно. В зоне ответственности инспектора Кострицы составление графиков работ, плановые и внеплановые осмотры точек подключения электроэнергии, выявление фактов неучтенного потребления электричества. Высококвалифицированный, ответственный специалист. Постоянно совершенствует свои навыки, а у коллег пользуется заслуженным авторитетом. Есть вебинары, которые мы смотрим, то есть в которых мы участвуем. Ездим в командировки. Предприятие направляет нас на обучение в другие города, где мы перенимаем опыт у своих коллег. Коллектив очень хороший, дружный. Все друг друга понимают, умеют работать и выполнять поставленную задачу. Это коллектив, в первую очередь, настоящих профессионалов. Это коллектив людей, которые специалисты не в узком профиле, а в действительно широком. В ВУЗе можно получить техническое образование. А вот коммерческим направлением реализации электроэнергии пока вузы не учат. И таких специалистов готовых нету. То есть это люди приходят с какими-то базовыми знаниями и вот уже в коллективе, на предприятии приобретают вот опыт и знания, которые помогают им развиваться и самосовершенствоваться. «Севэнергосбыт» сегодня – это прогрессивная компания, которая обеспечивает безостановочное развитие различных клиентских сервисов. Это десятки дистанционных способов для передачи показаний, оплаты начислений и получения консультаций.
аккредитации. За 5 лет работы Севэнергосбыт стал известным, узнаваемым и авторитетным среди предприятий городского ЖКХ. Само предприятие Севсбытовое является гарантирующим поставщиком поставки электроснабжения в город. И все, надеюсь, обратили внимание, вот, когда ухудшение погодных условий происходит, как мы оперативно решаем эти задачи по электроснабжению города. То есть это как раз непосредственное участие принимает как раз Севсбытовая компания, которая сегодня аккумулирует средства, которые сегодня позволяют развиваться сетевым компаниям. Вот это основополагающий такой сегмент города. В чем вы, по вашему мнению, видите главную миссию, главную задачу компании «Севэнергосбыт»? Это довольный потребитель. Инновации, внедрение новых технологий, стандарты обслуживания клиентов в первую очередь, конечно, и обратная связь. За 5 лет Севэнергосбыт на оптовом рынке электроэнергии и мощности закупил для Севастополя более 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. А с 1 июля 2020 года гарантирующий поставщик реализует постановление правительства РФ. В многоквартирных домах бесплатно устанавливает электросчетчики. В планах до конца 2023 года заменить более 60 тысяч приборов учета. Кроме того, в конце 2020 года Севэнергосбыт презентовал диспетчерский пункт сбора и обработки информации автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Программно-аппаратный комплекс приобрели и запустили в эксплуатацию по утвержденной правительством Севастополя инвестиционной программе. Умная система позволяет дистанционно опрашивать общедомовые и индивидуальные электросчетчики в границах города. Это по-настоящему первый шаг к управлению потреблением вообще региона в целом. То есть чем больше приборов включено, тем больше мы видим и понимаем информацию, когда, кто потребляет, в какие зоны времени. А это позволяет более точно торговаться на оптовом рынке электроэнергии и мощности, ну и в целом даже снижать стоимость итоговую для региона в целом. Как правило, говорить о достижениях и подводить итоги работы принято в конце года. Тем более, если на это время приходится профессиональный праздник. День энергетика больше, чем праздник. Это внутренняя точка отсчета. В этот день сотрудников компании «Севэнергосбыт» поздравляют, отдают дань уважения тем, кто создавал и продолжает развивать электросбытовой комплекс региона. Здесь чествуют лучших сотрудников компании, которые сохраняют славные традиции севастопольских энергетиков. С профессиональным праздником коллектив предприятия поздравили сенатор Совета Федерации Сергей Колбин и глава Ленинского района Максим Мишин. Вручили лучшим из лучших грамоты и благодарственные письма. Предприятие это хорошее, на хорошем счету в Севастополе. Одним из первых внедрило и развивает качественные профессиональные системы учета энергосистем, оказывает обслуживание населения, практически несут благо цивилизации и свет для жителей нашего города. Поэтому хочется пожелать всего-всего самого наилучшего, профессиональных успехов, мира, добра для всех сотрудников нашего предприятия. Всегда приятно поздравлять тех, кто непосредственно работает с людьми. Сегодня мы поздравляем сотрудников Севэнергосбыт, которые своим трудом обеспечивают свет в наших домах. От всего Ленинского района, от себя лично поздравляю весь коллектив с вашим профессиональным праздником. Перспективы гарантирующего поставщика электроэнергии Севэнергосбыт целиком зависят от интересов и планов потребителей, подчеркивают на предприятии. Компания рассматривает каждого абонента как равноценного партнера, старается во всех начинаниях идти ему навстречу.